С начала пандемии, а затем и введение на территории области ограничительных мер коронавирусной инфекции заболело 299 североказахстанских полицейских. Стражи правопорядка одними из первых стали получать вакцины от COVID-19. Руководитель ведомства Марат Тулебаев получил прививку в первый день начала вакцинации. Его примеру последовал и личный состав. Уже сегодня 319 сотрудников департамента защитили себя от коронавируса. Ежедневно пациентами прививочного кабинета становятся 40-50 стражей правопорядка. Будем стремиться, чтобы каждый наш сотрудник получил вакцину. В связи с тем, что наши сотрудники полиции, так же как и врачи, находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, я считаю, что вакцинация необязательна и необходима как один из главных моментов в борьбе с этим особо опасным вирусом. Медицинский отвод в среднем из 10 человек 1-2 сотрудника бывает.